19 июля на базе управления культуры города Каспийска состоялась регистрация карты болельщика. Это новый цифровой сервис для безопасного и комфортного посещения футбольных матчей. Сегодня с представителями МФЦ на базе управления культуры была организована рабочая место для удобства регистрации карты болельщика горожанам города Каспийска. Данная карта требуется для покупки билетов и абонементов на матчи мира российской премьер-лиги, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации. Регистрация проходит на постоянной основе, но на базе управления культурой это однодневная акция. В любой другой день можно обратиться в МФЦ города, там с радостью вам помогут оформить эту карта болельщика с паспортом. Отметим, что оформить карту может каждый желающий отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.